Алексей Козлов представляет. Сейчас мы будем смотреть выступление одного из классиков американской музыки стиля соул, которого зовут Сэм Мур. В 2008 году по результатам опроса авторитетного издания Rolling Stone Сэм Мур был назван одним из 100 величайших исполнителей. На этом концерте вместе с ним выступают, в общем-то, известные музыканты. Это такие певицы, как Бренда Вашингтон или Наоми Марголин, клавишник Джеймс Дауэр, басист Айван Бодли, гитарист Марк Ньюман, барабанщик Тони Льюис и целый ряд других. Brenda, thank you. You're welcome. Brenda.
pretty good tonight. You look good too. I wonder, do you feel the same? I do. If you don't mind, I'd like to sing this song. It ain't gonna take long. Mr. Bartley, I think I'm ready. I can't stand the rain against my window. Oh, she's not here with me. Hey, window, I wonder, do you remember how things used to be? If I do, I'm gonna lose my pride.
Thank you.